Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. Мы колесим по пермским дворам и улицам на автомобиле японской марки Datsun от компании X-Auto на Спешилова 105 в Камской долине. И начнем с разговора о погоде. 1 декабря началась зима, и погода начинает творить чудеса. Интернет уверяет, уже сегодня ночью похолодает и похолодает сильно. Правда, ненадолго. А что же на самом деле ждать от погоды? Как всегда знают специалисты. Уже завтра с утра в Перми в районе 20 градусов. Следующая ночь тоже холодная. 19-24, кое-где до 29 градусов мороза. Дневная температура невысокая, 15-20 градусов. Но уже 4 числа мы ждем повышения температуры воздуха. 9-14 градусов будет и снегопады. ЧП на Северной дамбе, к сожалению, можно назвать уже очередным. Вновь сошел с рельсов трамвай. На сей раз семерка, которая шла со стороны Разгуляя в сторону цирка. Как рассказывают очевидцы, трамвай неожиданно и вдруг повело вправо. При этом он зацепил два автомобиля. Ну так вы знаете, вот я просто вот я сама двигалась, и трамвай просто стал поворачивать. Я даже не поняла, почему. Все просто ехали в потоке машины здесь. Перед трамваем никого не было. Она ехала прямо. И потом раз, и резко поворачивать стала. Трамвай сошел с рельс. Я смотрю, он наезжает на машину. Девушка потом в шоке такая. Она ничего понять не может. А что случилось? Что случилось? Водитель трамвая тоже в шоке. И, наверное, поэтому отказалась общаться с нашей съемочной бригадой. Я закрываю дверь, я там никого не зажму, я вашу сейчас камеру зажму, если вы ее не уберете. Я ехала, в меня въехал трамвай, больше я как бы даже вообще не поняла, что случилось. Ну все, меня достали из машины, и все, вот. Трамвай въехал в вашу дверцу, получается? Ну да, в меня, вот, видите, у меня трамвай в моей машине. Видите? Вот, он в меня въехал. Понятное дело, сейчас рано делать выводы о том, из-за чего произошло это ДТП. Но факт остается фактом. Увы, это, повторимся, не первое ЧП с трамваями в Перми вообще и на Северной дамбе в частности. Как всегда, по понедельникам подводим очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Подарок – вот целая корзина вкуснейших мясных деликатесов от пермского свинокомплекса, включая тушенку «Эксклюзив», натуральное мясо без всяких консервантов. Все это достается Юлианне, именно она позабавила дежурного фотографией машины, запрыгнувшей на металлическое ограждение. Юлианна, это ваше. Ну а Игорь Гиндис и Степан Пепеляев на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову, а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.